Да, вот такие вот берчики. Вот они. Perform M77. Это вот крепление под лыжи. Офигенные берцы. Вот, как я говорил. Они так для скандинавских условий больше. С мехом. Подошва вот такая вот. Логотип Альфа. Как называется подошва, я особо не знаю. Ну, вроде как резиновая или полиуретан. Ну, не буду умничать, не знаю. Вот такой протектор. Очень удобно. Вот я где-то о них читал, что, возможно, одни из лучших берцев на уровне там вот бундесовских. Удобно. Я уже вот несколько дней в них. Сейчас у нас плюс 18, даже 20 днем, не жарко, комфортно. Будут холода, попробую их, ну, естественно, на теплый носок сначала, а в морозы с термо вставками. Такие вот берчата. Вес, ну, наверное, грамм 800. Сейчас нет возможности взвесить. Вот такая обувь для охоты и рыбалки. Также для лесной, в общем, для всего, для работы вокруг дома, для леса, не дай бог, для каких-то действий, если надо. Стелечка. Вот такую вот стелечку я туда купил, отдельно всандалил. Потому что родные стельки там были вот с такой пушниной, как бы больше для зимы. А это купил. Вот. Они продаются универсальные, потом их обрезаешь под свой размер вот здесь. И готово. Очень удобная амортизация. Вот такой вот обзорчик. Вот так вот. Шнуровочки. Вот такие петли. Кожа, чувствуется качество хорошее, относительно в меру мягкая и в меру жесткая, но удобно в них. Вот так вот на 7, пока.